Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне. В 1/8 белорусская не оставила шансов россиянке Екатерине Александровой в двух сетах с одинаковым счетом 6-3. У Арины 5 эйсов и 5 брейков. Я, конечно же, сделала выводы после первого матча в сезоне. Поработала над ошибками. Сейчас был хороший поединок. Екатерина показала отличный теннис. Я счастлива, что победила, но более рада тому, что играла лучше, чем день назад. Оставалась сфокусированной всю встречу. Спасибо публике за поддержку. За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом 750 тысяч долларов Соболенко поспорит с россиянкой Марией Шараповой. Лишь единожды спортсменки пересекались до этого на кортах. В 2017-м в финале турнира в Тяньцзине сильнее была Шарапова. Прямая трансляция матча ориентировочно в 8:30 утра завтра на «Беларусь-5». Порадовала болельщиков Александра Соснович. На турнире в австралийском Брисбене с призовым фондом почти в 900 тысяч долларов белоруска сражалась с четвертой ракеткой мира, украинкой Еленой Свитолиной. Именно этой спортсменке Александра проиграла финал год назад. Теперь реванш есть. 6-4, 0-6, 6-3. Следующей соперницей нашей Саши станет Донна Векич из Хорватии. Это был сложный матч. Я хорошо провела первый сет, полностью провалила второй. И мне повезло все же победить. Австралия – моя вторая любимая страна после Беларуси. Я обожаю фанатов этого турнира. Донна Векич – хороший игрок, отличный боец. Мы, славянки, знаете, с характером, так что будет хорошая игра. Поединок пройдет в пятницу. Дважды Соснович и Векич сражались в очном противостоянии. Всегда победительницей оставалась хорватка.